Моя дочь завела знакомство с местными мальчишками и даже разговаривала с местным охранником, при том, что ее испанский лимитирован двумя выражениями – «hasta la vista» и «donde está el baño». Тем не менее, оперируя этими двумя понятиями, она смогла вчера вечером с охранником поговорить и обсудить, как они здесь живут, насколько тяжела или... С вами Таня Генерал, и это канал «Субъективно об Америке». Как вы можете догадаться по декорациям, это все еще продолжается, вернее, только началось утро моего 45-летия. Но в этом видео я хотела отдельно вам рассказать про систему бронирования жилья в путешествиях, которая называется Airbnb. Аббревиатура произошла от аббревиатуры B&B, Bed and Breakfast. Это система отелей в Америке, когда вы можете переночевать, еще получить завтрак. И, соответственно, Air обозначает, что в эфире, легко, на ходу и быстренько. Я с тех пор, как начала путешествовать, я стала невероятным фанатом этой программы. Airbnb позволяет вам самим устраивать из своего дома или из какой-то части своего дома или квартиры отель и на этом зарабатывать. И, соответственно, во время путешествий позволяет вам жить не в отелях, не в стерильной и утилизированной обстановке, а чувствовать себя местными. Я очень люблю Airbnb и постоянно им пользуюсь. И хочу вам порекомендовать, если вы еще нет, воспользоваться их предложением для вновь прибывающих. Если вы перейдете по ссылке, которую вы увидите в описании, я ее поставлю еще в комментариях, это моя реферальная ссылка, то если у вас нет аккаунта и вы зарегистрируетесь, то вы сразу получите 40, что ли, долларов бонуса к вашему первому бронированию. Ну и мне тоже будут небольшие шанишки, если вы это сделаете по моей ссылке. Что касается самой системы, то я могу сказать однозначно, опыт у меня по Airbnb был довольно разный. Парочка мест в Чикаго и в Бостоне были откровенно странными. Мы над этим потом, конечно же, смеялись и обсуждали, в чем был косяк, почему мы ошиблись с выбором места. В одном месте откровенно воняло кошками, было тесно, но тогда было критично расположение именно около центра города, потому что Бостон мы планировали исследовать пешком, не бронировать машину. В Чикаго была похожая ситуация, мы выбирали по принципу близости к центру города, особо не придирались, потому что в этом месте предполагалось только спать одну или две ночи, поэтому место было тоже так себе, в ванную даже хотелось заходить только в тапочках и в перчатках. Все остальное, все мои поездки по странам и континентам, и по Америке, и в Тбилиси, Airbnb – это прекрасные места. Самые прекрасные квартиры, действительно в шаговой доступности от центра города. Чтобы не ошибиться, обязательно читайте ревью, смотрите карту, чтобы ваше место располагалось близко к тем местам, которые вы собираетесь посещать. Рассматривайте фотографии, читайте отзывы опять. Я бы очень хотела показать вам эту квартиру, но у нас, к сожалению, так как нас тут небольшая банда, у нас все время все раскидано, поэтому я добавлю просто ссылку на эту конкретную квартиру прямо на сайте Airbnb, чтобы вы могли рассмотреть поподробнее. Расположена действительно квартира очень удобно в культурном историческом центре Мехико-Сити, цивильно в охраняемом комплексе, спортзал, выход на крышу. С этой крыши я уже делала кучу всяких видео, вы наверняка это видели, если смотрите мой канал. А вообще сама по себе система Airbnb – это большое благо, и я считаю, что за ней будущее. Потому что есть возможность пообщаться с местными. Мы уже тут переобщались со всеми, с кем только можно. Моя дочь завела знакомство с местными мальчишками и даже разговаривала с местным охранником, при том, что ее испанский лимитирован двумя выражениями – «hasta la vista» и «donde está el baño». Тем не менее, оперируя этими двумя понятиями, она смогла вчера вечером с охранником поговорить и обсудить, как они здесь живут, насколько тяжела или легка здесь жизни. Потом она еще попала на какой-то пати и общалась там с молодежью. Но я думаю, что молодежь все-таки больше оперировала английским языком. Это одно из преимуществ Airbnb. Другое преимущество, которое важно, например, очень для меня, это то, что в основном, если вы бронируете квартиру или сьют по Airbnb, то это обязательно присутствие кухни. Я человек, очень плохо относящийся к еде наружу. Eating out. Господи, как это сказать по-русски? Я люблю готовить дома, даже завтрак во время путешествия, особенно если это 5 дней поездка, я предпочитаю вечером накануне что-то там схватить в каком-нибудь супермаркете и утром сделать дома кофе, свою овсянку или омлет, или что-то такое, или тосты. И чаще всего Airbnb
Квартиры, которые сдаются по Airbnb, они оборудованы. Это кухня с минимальным набором инструментов, все, что может понадобиться. Плюс, это, конечно же, ванная, там есть фен. У нас здесь большая гардеробная, вешалки, сушилки, гладилки. Часто бывают стиральные машины, здесь, к сожалению, нет, потому что в Мехико это не так распространено. А в Америке практически в каждом апартменте есть стиральная, сушильная машина, это тоже как бы какой отче наш. Я в свое время неплохо заработала 3 месяца на Airbnb, когда сдавала свою квартиру. В тот год мы много путешествовали с моим тогдашним бойфрендом. И каждый раз, уезжая из города, например, четверг, пятница, суббота, воскресенье, я мою квартиру тоже открывала даты в календаре. Было, конечно, много труда сменить все свое, постелить все чужое. У меня был отдельный гардероб, куда я закрывала личные вещи. Но у меня только положительный опыт и неплохой был заработок. Практически мой рент весь покрывался доходами с Airbnb вот с этих выходных. Было неплохо. Ну, очень много стресса, конечно же. Мало того, что сама поездка – это стресс, когда ты собираешься уезжать, надо еще и квартиру приготовить. Я сейчас от этого ушла, потому что, ну, слишком много стресса. Но вообще идея неплохая. Очень многие в Америке снимают, например, двухбедрумный апартмент и одну комнату сдают. Так тоже можно делать. У тех, у кого свои дома, тоже охотно делают Airbnb. И интересный факт, когда я начинала только со своей квартиры, я думала, ну, в моей-то дыре кому это может понадобиться. Я живу не в центре, я живу на отшибе. И несмотря на кажущуюся близость к аэропорту, все равно моя квартира как бы, ну, middle of nowhere. Тем не менее, у меня все время все было забронировано, поэтому это хорошая возможность дополнительного заработка, особенно если вы открыты и вам нравится общаться с новыми людьми. В принципе, как я смотрю, как все это организовано у хостов, то есть у владельцев жилья, это электронные замки, которые настраиваются на конкретный срок на время приезда конкретного жильца, это cleaning lady, которая приходит после вашего отъезда, то есть это практически тот самый бизнес на автопилоте. Квартиры все классные, чистые, ну и я бы сказала, что мой собственный опыт как хоста, что мой собственный опыт как гостя, все всегда прекрасно. Хост, которая нас здесь встречала, она вообще невероятная. Она завалила меня информацией, подарочками, потому что я ей сказала, что мы приедем отмечать мой день рождения. Так что я вам рекомендую, если вы еще не пользуетесь этой системой и планируете куда-нибудь поехать, воспользуйтесь моей ссылкой, которую я помещу под этим видео, чтобы получить $40 бонуса к вашему первому бронированию. А мне тоже за это будут какие-нибудь шанишки от Airbnb. На этом у меня все. Делитесь вашими опытами. Пробовали вы когда-нибудь ездить куда-нибудь и снимать жилье по Airbnb? Какие были опыты? Может быть, вы сами хостите? Как у вас это происходит? Мне интересно. А у меня на сегодня все. Далеко не уходите. О, впереди, как всегда, еще очень много интересного. Я же это видео о Мексике-то когда-нибудь закончу, наконец-то, о моем путешествии. Пока-пока!